Одной из главных задач в работе с деньгами, помимо возможности тратить их на плоды развитого капитализма, является возможность передавать их ближнему своему. Если получатели рядом, то достаточно бумажных купюр. А вот для отправки средств людям вдалеке приходится использовать интернет-переводы. Интересные программы для таких целей появляются редко, но метко. Поэтому украинское приложение «Мост» выглядит весьма привлекательно. Его цель – давать пользователю возможность быстро и без особых трудностей передавать деньги другим пользователям, оперируя при этом разными способами. От аналогов «Мост» выгодно отличается возможностями в работе с теми, кто по сути пользователями не является, но при этом нуждается в деньгах. После запуска программы пользователь получает возможность отправить финансы 4 разными способами при помощи MostTag, уникального имени пользователя в системе, прямо на карту другого пользователя, а также по электронной почте и номеру телефона. Три последних варианта не требуют от получателя регистрации. При отправке денег на e-mail или номер телефона получателю приходит уникальный код, с помощью которого он может получить деньги. Также получатель может сам выбрать карту, на которую он получит перевод. То есть отправителю не нужно даже знать номер карты получателя, что значительно упрощает процесс перевода. Мост сотрудничает с такими банками Украины, как Альфа-банк, Тоскомбанк и Пумп. При этом на данный момент работает приложение, способное с любыми картами украинских банков, но только в национальной валюте. В том числе переводить деньги с украинских или на украинские карты можно и находясь за границей. Внешнее приложение что на Android, что на iOS выглядит обманчиво просто. Кажется, что оно состоит из пары экранов, но на самом деле включает в себя максимум нужных возможностей и ничего лишнего. Плюс в оформлении используются мягкие, успокаивающие лазурные цвета. А учитывая, что финансовые операции дело нервное, спокойствие просто необходимо. Скорость работы программы, кстати, приятно удивляет. Структура интерфейса позволяет добиться результата в кратчайшие сроки. Подгрузок новых данных, как это бывает в сложных финансовых приложениях, практически не бывает. Несмотря на то, что в Мост нет нужды становиться постоянным пользователем для получения финансов, необязательная регистрация предоставляет несколько приятных возможностей, включая перевод денег людям прямо из контактов смартфона, историю транзакций и возможность сохранения платежных карт. Еще одна возможность в приложении, которая стала стандартным в современных цифровых системах, является биометрическая защита. В Мост можно настроить фото в аккаунт не только по отпечатку пальца, но и при помощи селфи. Добавьте эти средства идентификации и входите при помощи любого удобного способа. Все настолько просто. В целом, Мост напоминает скорее финансовую утилиту, чем конкурента по части денежных переводов для громоздких программ типа клиент банка, но в простоте и скорости работы основная сила данного приложения. Это компактная программа, стабильная, удобная, приятная внешне и универсальная в целом. Ссылки на скачивание предоставляю.